Після зимового міжсезоння він тільки нещодавно вийшов на поле. Пошкодження дало змоги повернутися в основу раніше. Тепер він знову у строю. Традиційне інтерв'ю цього тижня нам дав Олександр Романчук. Саша, матч против «Зари» стал для тебя первым после довольно продолжительного отсутствия в составе. Вот как чувствовал себя перед игрой? Ну, конечно, когда не играешь довольно там определенное время, то есть какая-то ответственность и переживаешь за свою игру. Ну, не то, что там у тебя мандраж или что, но хочется после паузы как показать себя с хорошей стороны. Ну, думаю, я не переживал, но за результат переживал. А там уже как, ну, игра показала, что ну, выиграли, значит, хорошо, сзади ноль. Ну, то есть считаешь, что провел себя нормально? Ну, это не мне судить, это, наверное, тренер меня может расценить, мне тяжело себя расценить. Ты довольно часто в матче против «Зари» подключался к атакам. Это значит, что твое физическое состояние позволяет это делать? Ну, думаю, на 100%, конечно, я пропустил, считай, 4 игры, или 4, да? Да, 4 игры не играл, и, конечно, все желание бежать в атаку хочется, тем более, когда играешь, у тебя есть возможность, ну, после времени. Но на все 100%, я думаю, я не готов, где-то на 90%, может, на атаку. Твое отсутствие позицию левого защитника занимал бразилец Фининьо. Раньше на этой позиции играл Сергей Пшеничных. Вот как вы находите общий язык вне футбольного поля? Да, вообще даже не замечаем, что как бы играем ну, на одной позиции, потому что как-то за рамками даже поля. Ну и когда тренируемся, тоже как-то ну, нету такого, что там зло какое-то держу или на Фини, или на Пшеничного. Нет, конечно. Но наоборот, эта конкуренция, она подстегивает каждого из футболистов. И это как бы стимул работать и повышать свое мастерство. Ну то есть на тренировках нет такого, что друг друга ликвидировать пытаетесь? Не, ну я никогда не считал себя каким-то жестким игроком. Жестоким, вернее. Ну жестким, да, там эмоциональным, но не жестоким. И тем более такую травму я перенес, мне теперь бывает даже стыки, когда я смотрю, мне как-то страшно бывает. Но сам, конечно, когда иду, лучше я нарушу уже. Просто бывает такое, что ну, не хочется выступать, потому что я получил такую травму, мне кажется, лучше я немного нарушу, чем ну, меня там ударят. Мне из-за этого там, я не думаю, что это что у меня жестокость проявляется в этом. Кстати, в межсезонье ты забил один из самых красивых, ну если не красивый гол, вот, а в официальных матчах все никак не получается за «Металлист». Ну, есть чему, значит, стремиться, но там получилось, так нельзя сказать, что я забиваю часто, не, ну, как, конечно, я редко забиваю, больше отдаю там, ну, в таком плане, отбираю, но я же говорю, хотелось бы и в официальном забить, то есть и себя порадовать, и статистику свою. Если коснуться темы сборной Украины, в предыдущих трех матчах с Швецией, Румынией, Италией слева играли ты, Ощипка и Федорев. Вот как видишь себя в этой ситуации? И не было ли беседы с Юрием Калитвинцевым? Ну нет, как таковой, конечно, с Юрием Николаевичем не было беседы, но вызывает, то есть он меня вызывал на все эти три игры. Например, Федорева не вызвал на последнюю. Как бы я более оптимистично на это смотрю, потому что я был со всеми ими, они были все со мной, то есть если так взять. Ну, конечно, меня это радует, но не знаю, тоже конкуренция сборной, это тоже как бы, ну, тем более в команде конкуренция, это как бы, а в сборной она еще больше, и нормально, то есть посмотрим теперь, и сейчас игра, главное играть за клуб, конечно, потому что, ну, если ты не будешь играть за клуб, дети тренера, конечно, не увидят. Ну, сейчас вот у нас игра с французами в июне, по-моему, в начале, посмотрим, вызовут, не вызовут, уже будем смотреть. Ну вот, вызов сборную при отсутствии игровой практики, ну, или при небольшом ее количестве. Как ты считаешь, это доверие тренера? Ну, в какой-то мере, да, и оно тебе помогает даже как-то эмоционально ты себя, ну, если не играешь в команде, вызвали сборную, все равно как-то эмоционально тебе поднимает и настроение, и все это как бы чуть тебя подстегивает. То есть хочется в клубе, то есть ты начинаешь работать еще с удвоенной там, ну, силой, потому что как-то тоже все смотрят, думают, тебя вызывают сборную, ты не играешь кому, ну, в клубе. Ну, не хочется, чтобы тебя там начинали осуждать, критиковать там. Ну, да, то есть, а такой беседы, то есть, конкретно не было по поводу этого. Ну, а как считаешь, Юрий Калитвинцев способен решать с командой какие-то серьезные задачи, ну, в частности, на домашнем Еврочемпионате? Ну, сейчас он как бы исполняющий обязанности, да, но все его ребята воспринимают как главного тренера.
Тем более тот коллектив, который он создал, там и Ребров, и Хацкевич, то есть как бы это все, они поигравшие недавно, тем более в таких командах, там, как, ну, я же говорю, Ребров, там Англия, Турция, то есть Хацкевич тоже играл. И у них все новшества, но все-таки есть что-то новое уже, как бы не старое, что не 90-е годы там тренировки, а новое. И я думаю, если это все все мысли, которые они нам, ну, говорят, показывают, если их воплотить в это в реальность, я думаю, можно добиться, и как бы все к этому стремятся. Ну а там, то есть, конечно, чемпионат Европы, это, ну, все этого хотят, но никто же не будет говорить, что, ну, не добиться. Все хотят добиться, но главное, как бы, придерживаться, быть одной мысли с коллективом, со всем, с тренером. Ну, если вернуться все же к делам клубным, впереди не так много матчей осталось в сезоне, и один из них это будет поединок с Шахтером. Вот в свете борьбы за вероятное серебро или за вероятную бронзу, вот насколько этот матч будет важен? Ну, конечно же, ну, мы смотрим тоже, только хотелось бы, ну, не хотелось, надо смотреть только вперед, но тоже не стоит забывать, что и Днепр, как бы, тоже, он сейчас, я думаю, тоже его подстегнулось, это то, что Динамо потерял очки. Ну, конечно, с Шахтером этот матч, я думаю, будет, ну, один там, ну, вот, я думаю, даже не только с Шахтером, вот эти сейчас три игры, и, как бы, в этих трех играх можно, я думаю, как бы закрепить бронзу и вообще как бы себе шанс ближе предоставить к серебру, если, ну, как результат этих трех игр сейчас у нас. Саш, ты в «Металлисте» уже почти год. Что у тебя в жизни за это время изменилось? В футбольной, ну и не только. Ну, в футбольной я в сборной Украины как бы все время вызывался, и, ну, это, конечно, очень хорошо, и играл, и, ну, не в футбольной, я, будучи в Харькове, я женился, ну, то есть... Вот, если это не футбольно считать. Предстоящий год будет годом пред чемпионатом Европы. Вот, чего ожидаешь от этого года и что лично для себя решил? Как нужно работать, чтобы год был еще более успешным? Не, ну надо, да, работать, как говорится. Что, конечно, хотелось бы сейчас, если сборную вызывать будут, то есть, ну, надеюсь, будут. И, то есть, игры у нас сейчас в сборной довольно такие, ну, соперники все как бы из топ, там, пятерки, сейчас французы там еще, ну, договариваются, то есть с немцами хотят сыграть, с испанцами. Но игры, и, конечно, хотелось бы все-таки Европа, это все-таки большой праздник и для всех, и для страны, и для каждого, в частности, футболиста. И каждый хочет попасть туда, даже, ну, не стоит забывать. Я думаю, конкуренция возрастет за этот год, потому что все захотят тренеру там, ну, доказать свое перебывание, то даже в обойме в этой, когда, ну, в чемпионате Европы. Будем ждать с нетерпением. Ну, а футбольная мечта у тебя есть? Ну, конечно, я думаю, как и каждый, хотел бы стать, ну, там, обладателем Кубка Лиги Чемпионов и стать там или чемпионом Европы, или чемпионом мира. Ну, если бы поднял над головой вот домашний Кубок Европы в родной стране, вот смог бы ощутить себя, что ли, самым счастливым человеком на свете? Ну, может, если брать, ну, свою футбольную деятельность, конечно, ну, да, то есть, я думаю, ну, чемпион Европы, ну, чемпион мира, конечно, посильнее, но все равно, как бы, выше нет, говорю, если брать европейский чемпионат, то есть чемпион Европы очень важно. Ну, не самым, наверное, счастливым, потому что, если у тебя там, главное, чтобы семья тоже была здоровая, ну, мама, папа, там, жена, дети, наверное, это тоже не стоит забывать. И даже этот кубок, если ты его поднимешь, это тоже, как бы, ради семьи и в честь, то есть им, я думаю, это будет тоже предоставляться. Все, спасибо. А попереду, друзі мої, матч з чемпіоном країни. Гра з донецьким Шахтарем буде серйозною для нас перевіркою, і ми маємо її витримати. Тож усі до Донецька. Це була програма про рідний футбол та єдину команду Forza Metal. Побачимось.